Более 3 миллиардов рублей. Такую сумму красноярские предприятия и организации задолжали за теплоэнергию. Своевременно не оплачивают услуги 70% потребителей и всего 30% вовремя гасят платежи. Снижению количества долгов служит только внедрение энергосберегающих технологий и прямых расчетов с населением. Но и этого оказывается недостаточно. Возможность проводить ремонт, закупать топливо и отапливать помещения есть только благодаря добросовестным потребителям. Им сегодня выразили благодарность и конкурсом «Отличник энергопотребления» решили еще раз привлечь внимание к этой проблеме. Для нас эта цифра довольно большая, потому что нам приходится привлекать кредитные ресурсы для этого. И в связи с тем, что те компании, которые платят в срок и в полном объеме, мы эти компании мотивируем, приглашаем их на этот конкурс, вручаем призы. Самое главное, мы видим потребителей в лицо, можем общаться, они общаются между собой.